Пока белки отдыхают, а утки плещутся в пруду, жители промышленного района трудятся. Наводят порядок в сквере «Солнечная поляна». На субботник здесь вышли около 300 человек. Вместе они собрали прошлогоднюю листву, мусор и очистили береговую линию озер. Мы очень тщательно следим за этим сквером. Вы можете посмотреть, здесь, в принципе, довольно-таки много жителей выходит, чтобы убраться. Здесь очень много жителей прогуливается и зимой, и летом. И, ну, конечно же, мы стараемся его поддерживать в чистоте и в порядке. Субботник в сквере «Солнечная поляна» давно стал традицией для жителей промышленного района. В 2018 году территорию благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». С тех пор самарцы делают все для того, чтобы любимое место для прогулок стало еще лучше. Сами надувают лодки и чистят озера. К ним присоединился и глава промышленного района Данил Морозов. Мы приняли решение совместно с жителями традиционно, в принципе, выйти на субботник и, собственно говоря, эти озера от мусора очистить, чем мы сегодня и занимаемся здесь. На традиционных субботниках не забывают и про уток. Жители моют домики, которые сами для них делают. Подкладывают туда траву, чтобы птицам было мягко и удобно. И мы, если когда делаем домики, тоже спускаем их. И сейчас еще у нас один домик делается, то есть у нас в ТСЖ делаем сейчас еще один домик. Вот. И вот в прошлом году мы спускали один домик. Он, пусть он там не такой зрачный, но он из натурального материала, понимаете? И вот вы знаете, летом как было красиво, когда утки, вот они накупаются и все сидят около этого домика. Это просто надо было видеть. Сейчас проходит голосование за благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда». Территории победителей преобразятся в 2025 году. Отдать свой голос за одно из 20 пространств можно на сайте 63городсреда.ру, на госуслугах, либо с помощью волонтеров. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.